Я свою жизнь построил на примере жизни отца и матери. Я родился практически в театре, все свое детство провел в театре, юность, даже армию провел в театре и все последующие годы. После 30 лет работы с Марком Анатольевичем мне не страшен ни один режиссер. Как идиот, не можешь понять, что я от тебя хочу. Актеров обижать нельзя. Я себе поклялся, что я в жизни не повышу голоса на артиста никогда. Тишина, съемка идет! И упала люстра, да. Здравствуйте, Александр Лазарев. А часто приходится кричать, как режиссеру? Нет, я вообще не из этой, не по этой части. Вы знаете, поскольку я сам вышел из совсем недавно из актерской среды, и актеров обижать нельзя. На них нельзя ни кричать, ни ругаться. И поэтому я, когда первый раз в Линкоме переступил рампу, ушел на другую сторону рампы, я себе поклялся, что я в жизни не повышу голоса на артиста никогда. Сложно. Сложно. Да, действительно. Потому что тебе кажется, что ты прекрасно все знаешь, прекрасно. Ты как идиот, не можешь понять, что я от тебя хочу. Вот тут надо держать себя в руках. Ты только кажется, что просто, да. С этой стороны рампы все элементарно. Сам вытащил на сцену, показал все. Все, как здорово. Там стоишь в железном зажиме, ничего сделать не можешь. Это катастрофа. Только добром и лаской. Только через... Ты гениальный. Ты гений. Ты роскошно делаешь все. Давай чуть-чуть вот здесь подправим немножечко. Потрясающе. Потрясающе. Давай еще немножко здесь. Только так. Кумир вашего детства Андрей Миронов говорил: «Театр для меня не цель, а средство познания жизни и себя». А что для вас театр? Вы знаете, я... Театр, наверное, это мой дом в какой-то степени. Дом театральный. Потому что я родился практически в театре, все свое детство провел в театре, юность, даже армию провел в театре и все последующие годы. Вот театр для меня действительно много значит. И... Но я отличаю его от реальной жизни. Что вы познали в жизни и в себе, работая в театре? Театр – это коллектив, прежде всего. Шутят, что это такое шутливое название – террариум единомышленников. Но как это? Может быть, и наоборот, коллектив единомышленников, да. И коллектив, команда, да. И вот я приверженец такого театра, да, когда это команда, когда все друг друга любят, обожают. Все друг другу помогают и все делают одно дело. Это, скорее, так сказать, какой-то, знаете, не работа, а вот, ну, так раньше называли служение в театре, да. Но вот я приверженец такого театра. Для меня это важно. Алексей Нилов в нашей программе говорил: «Мне вот эти разговоры: я не могу жить без театра, ну не можешь, не живи. Я не могу жить без кино, ну значит, ты несчастный человек, если у тебя ничего нет, кроме кино и театра». Вы с ним согласны? Знаете, мне вот мой отец говорил, когда я поступал, собирался поступать только на актерский факультет, он беседы со мной проводил, он не очень хотел, чтобы я был артистом, и он мне сказал такую фразу, которую я запомнил на всю жизнь, и, в общем-то, стараюсь соответствовать этому. Он сказал мне, что если ты можешь себя представить в какой-то другой профессии, просто представь, что ты можешь прожить жизнь не артистом, а каким-то другим, археологом, спортсменом, кем-то, вот в любой другой самой интересной профессии. Если можешь себя представить, не ходи в театр. Но это можно перефразировать так, что, сказать, если ты не можешь жить без театра, то тогда только в этом случае иди на эту добровольную Голгофу. Вот так. Если ты имеешь такой опыт, как имел мой отец и имеет моя мама, надо предупредить человека, что его ждет в будущем. Хотя я и так сам все знал. Ну, я знал, как я видел. Я как в силу возраста, конечно, не понимал все сложности и опасности этой профессии. У тебя может быть масса амбиций, ты можешь чувствовать себя супергероем и мега-талантливым человеком, чувствовать себя. А режиссер будет ничего видеть не будет. Ты будешь ограничен, кушать поданное, и все.
И это трагедия, это драма для любого творческого человека. Вот. Но молодые люди, они бесстрашны. Они бросаются в омут с головой, не боятся никаких сложностей. Потом начинается. У меня всегда были открыты горизонты. Я знал, что я никогда не чувствовал своего потолка. И сейчас не чувствую. Когда творческая личность начинает ощущать свой потолок, то это стоп, это конец, тупик. Все. Дальше действительно уже не надо заниматься этой профессией. К сожалению, у меня были такие... Я почему-то запомнил именно эту фразу про потолок. У меня было потрясение в юности. На первом курсе я разговаривал с одним своим однокурсником. Даже он учился на год старше. И мы что-то говорили о будущем, о ролях. Он говорит, я, говорит, свой потолок знаю. Студент мне говорит. Я так обалдел, честно говоря. Ну как, ничего себе, как же так? Я же могу все. Я могу вообще все. А он уже чувствует свой потолок, хотя все, наверное, у меня старше. Неправильно. Так что, мне кажется, в таком состоянии душевного полета нужно стараться существовать как можно дольше. Тогда дороги тебе открыты все. Тоже вспоминаю Марка Захарова. Ну, вообще, вот мой учитель и человек, так сказать, творчеством которого я наполнен, и его идеями, его видением, он привил многим своим ученикам вот ощущения такие, которыми жил сам. Вот только он был очень суров. Он, несмотря на какое-то невероятное чувство юмора потрясающее, он был очень суров, и он очень был... не был щедр на похвалы. И надо было только его понять, что он хочет от тебя, да, что он, чего он от тебя добивается. Это если он тебя не отругал, не сказал, не повесил нос с тоскливой миной, начал человек говорить, ну, давайте, давайте завтра как-то принесите вот это вот завтра. Если ты не приносил это завтра, не понимал, подал в тупик, он потом эту свою идею убирал. Ну, не надо, не можете делать, не надо, не делать. И если он тебя не отругал и не повесил нос, хотя просто промолчал и заинтересованно продолжал смотреть, это уже была высшая похвала. А если он говорил что-то, ну вот это хорошо. Я помню, когда он мне первый раз похвалил, спустя лет 6 или 7 моей работы в театре, когда мы репетировали «Фигаро», он сказал, Александр Александрович, радуйте, радуйте. И у меня такие крылья раскрылись за спиной. Просто я полетел, просто так запарил, воспарил над сценой. Вот, это вот, да... Важно. Доброе слово, ну и, как говорится, и кошке приятно, а нашему брату-артисту еще как необходимо. Хотя кто-то наоборот, живет по другому совершенно принципу. Кого-то нужно, чтобы отругали, чтобы мне разозлиться, разъяриться, рассвирепеть, и тогда я выдам. Но вот я не такой, и большинство моих товарищей тоже все-таки нужно как-то больше пряником, чем кнутом. Похвала окрыляет. Окрыляет, действительно. Тем более, смотри, еще от кого. Смотри, от кого. Если от Марка Захарова, это да. Если человека не такого авторитетного, то все, соответственно, авторитету. Родители были для вас кумирами? Конечно. Прежде всего. И остаются до сих пор. Выходили в кино на их фильмы? На все. И на все спектакли, и на все фильмы, на все. Качество выполнения своей работы, да, когда уж настолько близкий человек, как я, да, уже казалось, ну, я все знаю, каждый жест, каждый взгляд, каждую морщинку, все. И когда даже я забывался, и не забывал о том, что это мой отец или моя мать, и я растворялся в этом образе в каком-то, это высший пилотаж, да, это высшее мастерство. А родители учили вас этому мастерству? Это как-то... Да, ну, отец вообще со мной занимался, да. Отец со мной занимался при поступлении. И как-то вся дальнейшая жизнь, она все происходит, так сказать, конкретно. Не вот сядь, я тебе расскажу. Нет, так, конечно, нет. Собственным опытом, собственным поведением, собственными ролями какими-то, отношением к театру. Вот это и было воспитание, да, такое. Поначалу вы пользовались псевдонимом Трубецкой. А сейчас гордитесь, что к вашей настоящей фамилии добавляют младший. Почему передумали? Это все очень быстро произошло. Это был короткий очень период. И, во-первых, это был юношеский максимализм. Это я только-только выпускался из школы студии МХАТ. Это был 4-й курс. И меня позвали сниматься в кино вместе с родителями. Отец говорил, это был Лен-телефильм, замечательный режиссер Цуцульковский. Снимал Село Степанчиково и его обитатели. Вот. И главную роль полковника играл там папа. Мама играла одну из значительных ролей.
вот, большую роль. И мне предложили небольшой эпизод. Не совсем масенький, это незаметный. Хороший такой заметный эпизод. Довольно в нескольких сериях он там даже был. И вот в тот момент вот такой вопрос конкретный просто. Александр Лазарев. В титрах как что делать, как писать. Ну и вот подруга мамина, Валентина Талызина, участвовала в разговоре в этом. И с ней поделились этой проблемой. Сказали, а что вы боитесь? Возьмите, не Пупкин называл какой-нибудь, а прям сразу Трубецкой, Муравьев апостол. Вот такой псевдоним надо брать, да. В общем, как-то на Трубецком сошлись, а вот в этой картине я Трубецкой больше всего. Потом это, конечно, было все смешно, и я так как сразу сделал тире, мыл, и все. Александр Лазарев-младший. И сейчас я не убираю эти буквы, потому что мне ценно и дорого то, что я сын своего отца. А что еще позволяет вам чувствовать, что вы сын своего отца? Да все, вся моя жизнь. Как бы я свою жизнь построил на примере жизни отца и матери. И мою семью, и все мои принципы, и все вот это для меня, мои родители. Да. Это подсознательный выбор. Ну, как, знаете, тоже говорят, что родилось, то родилось, не переделаешь. Ну, нет, можно переделать. Можно. Не переделать, а как бы направить в нужное русло, вот можно так сказать, да? Направить в нужное русло. И то не насильно, не педалировать, не давить, а просто существовать так и подавать какой-то правильный пример существования жизненного, отношения к людям, отношения к труду. И так это и формируется сознание молодого человека, все, мне кажется, так. А как теперь-то без папы? Вы знаете, я даже иногда смотрю на себя в зеркало, я становлюсь, он чуть по нему похож внешне. Да, и меня даже так иногда настораживает, потому что я обычно человек не видит, что он похож на близкого человека. Это незаметно. Да? Чужой посторонний, даже близкий посторонний, может сказать, вот как ты похож. А сам не видишь никогда. Я вот, например, вот, не знаю, Кирилл Казаков, мы с ним общались, я говорю, а он действительно копия отец, абсолютный, в молодости. Ну, просто, я говорю, как же ты похож на Михаила Михайловича? Он говорит, Саня, я вообще не вижу этого. Ну, просто вот Михаил Ефремов как похож на отца. Просто как две капли воды тоже. Не вижу сам, не вижу. А я стал видеть. Я стал видеть, что я похож на отца. Иногда в жестах, каких-то в реакциях моментальных. Ну, вот, да, так. Я горд, что принадлежу к этой семье. И нужно не опозорить своего отца и свою мать. Эта мысль, не опозорить, давлеет над вами? Но не то, чтобы давлеет прям мысль. Это такая ответственность, которая на тебе всю жизнь лежит. В молодости, да, ты начинаешь думать, как бы так сейчас поступить, чтобы не бросить тень на семью, не сказать какую-нибудь глупость какую-нибудь там, или не поступить даже на каком-то бытовом уровне там с товарищами, или в коллективе, в театре, или как-то так, да. Потому что, ну да, если ты имеешь какую-то достаточно известную фамилию, то не страшно не то, что скажешь, какой ты дурак, если ты ошибся сильно, а страшно то, что, ну и сын у этого человека. Вот это вот неприятно, да. Не хочется позорить уважаемых людей. Как думаете, талант действительно можно унаследовать? Или это везение? Знаете, может быть и можно. Может быть, и можно. Талант вообще такая вещь неизведанная. Кто говорит, что родилось, то родилось. Кто говорит, от яблочка, от яблоньки. Кто говорит, природа отдохнула на этом ребенке. Да, да, но мне что-то такое мне подсказывает, что все-таки талант – это какая-то генетика. Что-то генетическое есть в этом. Это дело или как-то так сложились гены, что тебе передались гены отцовские, материнские, и передался вместе с этими генами какое-то умение, желание, правильное понимание своей будущей профессии, будущей работы. Я не говорю, там, актерской или какой-то, или любой. Вот. Талант, может быть, может передаться генетически, мне кажется. Конечно, этот нужен талант нужно развивать, нужно поддерживать. То, что без труда, сами понимаете, из пруда не получится ничего вытащить, да. Вот. И талант тоже так же можно погубить, и закопать в землю. То, что есть, тоже такие выражения есть, да.
А все эти крылатые фразы, они не на пустом же месте рождаются, правда? Отец вам говорил, что если выберете профессию актера, всю жизнь будете экзамены сдавать. Что это значит? Ну, вот то и самое значит, что каждый спектакль – это экзамен. Каждый раз ты выходишь на сцену перед зрителем, каждый вечер. Ну, не каждый вечер. Да. Сколько-то раз в месяц ты выходишь – это экзамен. Это не репетиция, это все, ты ошибиться не имеешь права. Ну, хотя, конечно. В кино полегче. В кино ты имеешь право на ошибку. Можешь сказать, стоп, извините, давайте переснимем. В театре так не... Извините, пожалуйста, товарищи зрители, давайте мы сейчас сначала начнем. Так не получится, да. Поэтому экзамен, да. Театр – это все равно какая-то ограниченная история. Есть режиссер, да, есть автор. Писатель, сценарист, драматург, как угодно. Есть режиссеры, они рассказывают свою сказку, свою историю. Если ты артист и согласился в этой истории участвовать, ты рассказываешь их сказку, а не свою сказку. Поэтому тут особо с импровизацией надо быть осторожным, чтобы импровизация не переросла в отсебятину. Это разные вещи, да. А судьи кто, если спрашивать Славы Мечацкого? Зрители. Они и судьи, конечно. За древностью лет, да. Какие сегодня зрители? Они доверяют актерам или имеют свое мнение? Наверное, по-разному. Да. Идут как? Идут в театр, конечно, идут на актеров. Конечно, вот смотреть на актеров. Не на режиссерский. Это нужно быть, не знаю, Марком Захаровым, чтобы... или там нашими великими мастерами театральными. Андрей Гончаров, Товстоногов, Любимов, да, какие-то были в 70-х, 80-х годах. Чтобы он может даже набрать какой-то неизвестных молодых людей, естественно, вот с фамилией там Гончаров или Захаров, и Любимов, о, мы пойдем. Таких на одной руке вот можно пересчитать людей. Ну, то есть на 95% в театр идут на актеров, конечно, смотреть. Поэтому зрители идут на актеров, они... Кто-то идет, может быть, высказать свое мнение потом. Ну, не знаю, так. Критики в основном. Всегда шли на актеров. Просто эти вот люди, которых я перечислил, эти гиганты, титаны, они настолько добились такого феноменального знания в этой сфере, в театральной, что уже зритель не сомневался, что этот режиссер с кем угодно поставит, это будет интересно в любом случае. Почему вы не пошли служить в театр имени Маяковского? Не хотели работать с родителями? Это невозможно. И, во-первых, родители мои... Может быть, я бы там по молодости и по незнанию, по неопытности пошел бы. Но просто мне родители с детства говорили, что если ты будешь артистом, не иди в наш театр. Ни в коем случае. И не в наш, не в смысле Маяковку, а в смысле там, в тот театр, где мы работаем. Потому что это театр довольно-таки жестокое место, и семья – это рычаг давления. Можно давить на родителей через сына, на сына через родителей. Какое-то не хочется видеть унижение близкого человека. А это возможно вполне. Поэтому и родители мои видели, были примеры перед глазами в Высшем театре в Маяковке подобных ситуаций. И, конечно, нет. Этого надо избежать. То же самое говорил своей дочери, когда нашла... У нее был выбор, как закончила, куда идти. Я говорю, только не в Линком. Поля, только не в Линком. Если не будешь получать ролей и будешь сидеть в массовке, я буду страдать чудовищно. И ничего сделать не смогу. Потому что я просить тебя пойти не смогу. Потому что это не та профессия, в которой можно какую-то протекцию составить. Да? Только сам. Она выбрала Маяковку и работает там с бабушкой прекрасно. Но тоже ей не просто, потому что бабушка всем порывается делать какой-то поступок, да, пойти куда-нибудь ее защитить или что-нибудь, какое-нибудь слово замолвить, что-нибудь. Но она категорически держит оборону от бабушки в этом плане. Нет, сама, все сама. Молодец. Правда, что новость о том, что вас приглашают в Линком, вы встретили абсолютно голым? Ну да, ну это такая шутка, да. Ну-ка, шутка, не шутка. Я в душе был, действительно. Мы жили на Таганке тогда. И мы приехали из отпуска, а в отпуске познакомились с актером театра Линком, с певцом, вокалистом из группы «Аракс» линкомовского рок-ансамбля. Вот, Саша Садо. И мы что-то с ним разговорились, и он говорит, а вот ты что, прием, куда мне хочешь? Я говорю, да нет, я как все молодые артисты. Я говорю, не-не, я сейчас в кино, я сейчас в кино сейчас будет все воровать на части. Нет, он говорит, ну смотри, да, ладно.
А Ленком в ноябре месяце, на ней целый месяц уезжал с Юной Авось на гастроли в Нью-Йорк на 40 дней. И по тем временам это вообще сумасшествие. 89-й год в Нью-Йорк на 40 дней. И еще мне там матросам для усиления актерского состава хотели пригласить матросов. И звонит Саду действительно Алине, моей жене. Она входит в ванну с трубкой, с телефона, и вот такими глазами. Я моюсь, стою просто ла-ла-ла-ла. И она говорит, тебе из Линкома к телефону. Я так, алло. Ну, Александр, вам нужно минут через 20 быть в театре. Вас Марк Анатольевич хочет посмотреть. До Таганки, да, Линкома доехать за 20 минут трудно. Но я успел. Как это я сделал, я не знаю. Я выскочил из душа, как инженер Щукин. И рванул в Линком, поехал, приехал, был, стоял через 20 минут. Но тем не в Нью-Йорк не поехал. Но доучивался в институте еще полгода, да. Потом через полгода весной пришел в театр, да. Хотелось очень, очень хотелось. Но так сложились обстоятельства, что это было бы неправильно. Говорят, Марк Захаров даже не знал, что вы принадлежите к знаменитой династии. Слукавил? Это правда, да. Ну, это как при мне было сказано, да. Я же показывался на общем основании в театр в Ленком. Надо дать должное, конечно. Там вот уровень отношения к молодым артистам был какой-то феноменальный. Вот мы показывались втроем. Иван Агапов, который уже играл в «Поминальной молитве» Марка Захарова, будучи студентом 4-го курса, я и еще один молодой человек. Нам устроили показ именно вот в Юнону для усиления танцующего состава матросов. И с нами две недели балетмейстер и аккомпаниатор учили этот танец морской. И мы ходили, репетировали. Люди тратили время на нас. Не знали, возьмут этих людей, не возьмут их в театр. Ну вот, дали какую команду. Вот, значит, все, работаем, ребята. И показ. Все, мы пока... Причем показ какой был? Сейчас как ходит там? Ну, максимум режиссеры и завтрупы. А тогда человек 15 было, наверное. Причем вот такой показ. Ну, Марк Захаров, сам понятно. Олег Янковский, Николай Караченцев, Александр Абдулов, Александр Збуруев, там завлит еще был, завтруппой. И вот такая компания сидит для молодого артиста. Это же можно рехнуться просто перед ним сейчас выступать. Вот мы там станцевали морской танец. Ваня был очень тогда ужасно худой. Вот просто он был как палка. Палка и два огромных глаза таких вот гигантских. И он играл у Марка уже. Он и учился у Марка Анатольевича, и играл у него в «Поминальной молитве». И он говорит, ну, так все хохотали над Ваней, потому что матрос как вот такой тощий, в который ребра торчат, никаких тут ничего, тут вообще ничего нету. И все хохотали, говорят, Ваня, Иван Валерьевич, вам не надо, идите, идите, все, идите, работайте, одевайтесь в «Поминальную молитву», вечером все, идите. Говорит, а вот вы как... Мне обращается Марк Анатольевич, говорит, что-нибудь почитайте нам, говорит, у вас есть какая-то программа? Я говорю, да, вот есть у меня такая, такая. Он говорит, да, хорошо, интересно. Еще что-то может? Я еще что-то прочитал ему. Он говорит, а ваша фамилия Лазарев? Я говорю, да. Вы какое-то отношение к Александру Лазареву имеете? Я говорю, да, самый прямой, я его сын. Он говорит, да что вы? Я не знал. Так посидел, посидел секундочку. Да. Ну, я приветствую семейственность в нашем театре. Что у него же дочка там работала, Александра Марковна. Вот. Ну, смешно сказал. Я приветствую семейственность в нашем театре. Вы рассказывали, что Марк Захаров научил вас выстраивать стену против обид и оскорблений. Научите и нас. Ну, вы знаете, да, он, конечно, воспитал характер мощной броней. Мне теперь после работы, после 30 лет работы с Марком Анатольевичем, мне не страшен ни один режиссер, никто вообще. Потому что Марк умел сказать так, что клеймо повесить на всю жизнь, и так обидеть, и похвалить, мог все что угодно сделать. И это было сказано Марком Анатольевичем относительно прессы, относительно журналистов, которые в какой-то момент, у меня шло все по, сказать, только по, в гору, «Фигаро», потом «Королевские игры», потом как «Варвар и Тик», все как-то все хвалили, хвалили, хвалили. Потом случается один спектакль, «Плач палача», и где нас, мы там вдвоем с Машей Мироновой играли молодых героев, и нас очень сильно ругали, там ужасно просто. Жутко нас ругали в прессе, и говорили, что какие-то мы бездарности, это что вообще актерские детишки, на которых природа отдохнула и так далее. В общем, ужасно писали. И я что-то так... Машке все равно было как-то. Машка как-то вот все это мела мимо ушей, и она не затрачивалась на это, не обращала внимания. А я как-то в меня все это попадало. Я жутко переживал, стоял какой-то... Видимо, она все в театре же вывешивалась. Ну, принцип такой, и хвалебный, кстати, и ругательный, все вывешивается. И я, видимо, стоял такого черного цвета, какого-то понурый, поникший.
читал все это безобразие, и мимо шел Марк Анатольевич. Говорит, Александр, да что такое, что с вами? Я говорю, да вот, ругаются. Я говорю, да и вы ругаетесь, и тут ругают, все ругаются. Он говорит, броню. Броню вот так выстроить. Не вообще не обращать внимания, броню вот так перед собой. Ну, так он сказал, да. Ну, сразу нет, но вообще получилось. Потом, спустя какие-то годы, конечно. Да любой творческий организм ранимый, любой. Если тебе, если ты толстокожий, то ты не художник. Если ты не способен восприять какой-то вибрации, какие-то положительные или отрицательные, или какие-то трагические, если ты остаешься безучастным, то ну, ты не сможешь это просто воплотить на холсте, или на сцене, или на экране. Мне кажется, так. Говорят, Марку Захарову нравились работы Константина Богомолова. Как думаете, за что? За новаторство какое-то. Марку Анатольевичу показалось сначала, что Константин Богомолов – это что-то какое-то новое слово. Вот. Ну, потом как-то все поменялось у них отношения. Ну, тоже, я не знаю точно, там, что произошло, но было два спектакля Богомолова в театре Линком. Потом они были через какое-то короткое время довольно сняты. Ну, видимо, да. Не знаю, не могу сказать. За Марка Анатольевича говорить не могу. Вы про Богомолова сказали. Его задача перевернуть пьесу, обидеть зрителя, артиста. Сказать, а вот это вы съедите, ешьте, провоцирует публику. А зачем провоцировать? Знаете, я столько уже так много высказывался отрицательно, в чем-то, в каких-то моментах даже неадекватно о Константине Богомолове, что я сейчас не хочу это все повторять. И мое отношение остается таким, какое оно и было, к его творчеству. Ну, просто муссировать я это очередной раз не хочу, да. Насколько уместна провокация в театре? Я не люблю это. Я человек традиционный, может быть, я в... как меня даже мой один друг назвал, да ты, брат, консерватор. Я, в какой-то степени, может быть, я и консерватор, конечно, я не люблю вообще не провокации. Это провокация – плохое слово. Зачем это надо? Ну, спровоцировать скандал, вот для меня вот это вот ассоциация, словосочетание, да? Спровоцировать любовь нельзя. Спровоцировать скандал можно. Ну, вот поэтому я слово «провокация» не люблю. Как думаете, он таким образом способен привести новых зрителей в театр? И что это будет за зритель? Ну, наверное, можно на какое-то короткое время, мне кажется. Можно. Если, понимаете, это все... провокация – это все довольно, так сказать, такая однодневная история. Классическая драматургия и классическое восприятие литературы, живописи, оно, мне кажется, долговечнее. Человек, который написал, не знаю, какую-то классическую картину, которую мы все знаем, там, не знаю, как любой пример, там, не знаю, Даная, он же не собирался никого провоцировать. Он писал просто вот. А теперь вот это осталось на века. А какая-то провокационная театральная история, ее никто не запомнит. Ну, будет она, поживет она год. А помните, в прошлом году вот этот режиссер поставил такой провокационный спектакль? Помните, как там все было с ног на голову? Черт, я даже не помню, уже забыл уже. Да. Ну. А когда Ольгу Бузову пригласили в Амхат имени Горького, это тоже провокация? Ну, конечно, конечно. Ольга Бузова – это такая сама по себе личность провокационная уже, да? Не столько всяких разговоров ходила, и взять и сделать... Все знают, что она певица, да, какая-то. Больше даже не певица, а интернет какая-то персона. И взять, пригласить ее в театр на роль – ну, это провокация. Это даже какая-то дискредитация профессии в какой-то степени, потому что люди учатся этому несколько лет. Люди ждут попадания в театр, люди ждут ролей профессиональных, которые умеют это делать, которые знают, про что они. Это даже как-то вот артистам этого театра было обидно, наверное, в какой-то степени. Ну, это так чисто просто привлечь зрителей в театр, да. Да и же для Бузова это обидно, потому что она же не обезьянка в клетке какая-то, на которую так вот пойти посмотреть. Ну, тоже нужно было понимать. Это с двух сторон как нехорошо получилось, мне кажется. Ну, согласилась, не знаю. Ну, это выбор каждого, все свой. Театр может победить в борьбе с сериалами? Вообще, есть ли противостояние? Мне кажется, театр вечен. Сериал, мы знаем примеры, есть блистательные сериалы, блистательные абсолютно, есть полная дрянь.
ну, в которую мыло, которое смотреть невозможно, ну, просто по всем причинам, по картинке, по игре, по содержанию. Вот, а театр, искусство, которому уже не одна сотня лет, а может быть даже и тысяча, если брать там греческий театр какой-то, но это история вечная, она живая. Сериалы такие вот, мыло какое-то, это заработок, это зарабатывание денег какое-то, да. Роскошные сериалы какие-то, которые мы видим, не знаю, ну, не буду приводить примеры сейчас никакие, чтобы кого-то не обидеть. Это труд колоссальный, невероятный труд. Это вложенные слезы, кровь, пот, и результат получается тогда такой же. Я вам скажу такой пример приведу. Вот пандемия, да, была у нас несколько лет назад. Мы не имели права выходить на улицу. Потом там разрешили выходить на улицу, разрешили собирать сначала 25% зала зрительного, потом 75% зала, потом полный зал можно было спустя год, по-моему. И, казалось бы, все предпосылки для того, чтобы зритель сел дома у телевизора, забыл про театр, ну зачем мне идти заражаться ковидом, от кого-то там, и когда я могу спокойно дома посидеть в тишине, в спокойствии, посмотреть какой-нибудь сериальчик. Или даже тот же спектакль в интернете выловить там где-нибудь и посмотреть его. Но вот этого не произошло. Как только разрешили 25%, сразу эти 25% все были в зале. Люди моментально, ничего не боятся. То, что вот этого живого, этого волшебства, которое называется театр, не хватает людям. Вас за уважение к традициям назначили главным режиссером театра Российской армии? Возможно, за это тоже. Возможно. Но, вы знаете, я сказать, в таким направлении, не скажу, там, с девизом, да, но с таким направлением пришел сюда, что театр этот имеет колоссальную историю. Невероятные спектакли, которые может помнить не одно поколение, с трупа потрясающие. Театр классический, традиционный театр. И ничего ломать здесь, никакого новаторства я делать не собираюсь. Но театр тоже не должен превращаться в музей, да? Играть только одни старые спектакли и существовать в одной тоже. Нет, конечно, мы должны идти вперед, мы должны какой-то показывать новый театр, но в традиционном ключе, без просто тех же самых провокаций. А в феврале 2022 года сообщалось, что главным режиссером Театра Российской Армии может стать Эмир Кустурица. Как думаете, он бы смог органично вписаться в русский театр? Я думаю, да, но он близкий нам по менталитету человек. Думаю, вполне, да. Глядя на его фильмы, да, вполне мог бы. Да, почему нет, конечно. В этом году Кустурица заявил в разговоре с Путиным о планах снять 3 фильма по произведениям Достоевского, Гоголя и Толстого. Что об этом думаете? Замечательно. Ну, интересно было бы очень, да. Правда, действительно, не до всех можно донести. Например, заставить молодого человека прочитать «Войну и мир». Это непросто. У него есть металл более притягательный, скажем так, да. Вот. А посмотреть кино и увлечь, да, этим. Я, знаете, что замечательно? Есть такой пример, мой личный. Был такой фильм, Владимир Бортко снимал «Идиот» по Достоевскому. Там снималось много замечательных артистов. И это, как это получилось, очень хорошая история. Она получилась какая-то, хоть и там было 10 серий или 11, по-моему, он был такой спружиненный, компактный, был отличный, прекрасный, это замечательно снято, с прекрасными актерскими работами, с роскошной режиссерской работой. И после того, как прошел по телевидению «Идиот», в книжных магазинах пропала книга. И раскупили книгу. Это о чем вы спрашиваете, как я отношусь к экранизациям. Вот я очень положительно отношусь к экранизациям в таком случае. Да. А новые экранизации «Мастера и Маргариты» и «Евгения Онегина» смотрели? Как вам? Вы знаете, я смотрел, но я не этично как бы обсуждать работы в коллег своих, поэтому я ограничу тем, что смотрел. Какое время нужно помнить и не пропускать, чтобы потом не раскаиваться? Нужно помнить каждый миг общения с своими родителями. Нужно помнить момент, когда ты увидела свою первую любовь. Нет, не первую любовь, когда ты увидела человека, с которым ты дальше будешь жить всю жизнь.
И нужно помнить каждое мгновение шагов первых, первых слов, первых поступков твоих детей. Как узнать, какие люди для тебя самые нужные? Близкие, семья. Как понять, какое дело изо всех самое важное? То, без которого ты не можешь жить. Кто же такой Александр Александрович Лазарев? Мы этим начали, этим закончим, да? Я сын своих родителей, муж своей жены, отец своих детей, человек, который очень любит театр.